На отдыхе мы, конечно, все любим под шум моря понежиться под лучами ласкового солнышка. Но, чтобы не потерять форму тела, ширину мыслей и провести свой отпуск максимально эффективно, свой отдых надо дополнять разными активностями. Друзья, с вами Contour Travel. Мы продолжаем делать обзоры об отеле Sunrise Royal Makati Aqua Resort. И в этом ролике мы расскажем об активном отдыхе в отеле. В Sunrise Royal Makati Aqua Resort можно посетить тренажерный зал, теннисный корт, поиграть в водное поло, заглянуть в аквапарк. На пляже сыграть волейбол, бочу, дартс, зумбу, акваэробику, йогу. Раз в неделю проводятся Олимпийские игры. Начнем свой обзор со спа и фитнес-центров. Фитнес и спа-центры находятся в одном двухэтажном здании. На первом этаже расположился спа-центр, на втором – фитнес-центр. На входе нас встретил работник спа-центра и рассказал о своих услугах. Спа-центр работает с 10 утра до 8 часов вечера. Предлагает сауну, парную, хамам, джакузи, различные виды массажа, а также комплексные программы. Все услуги центра платные. Это биллинг, это краб, это мат, сауна, джакузи, это барная, это все, это камень, это краб, и биллинг, и мат. Крани. Супер. Супер, вообще, да. Gold. Это здесь. Сколько по времени массаж? Это 45 минут. 45 минут. А. И сколько будет стоить? Это только 20 долларов. 20 долларов? Да. Тебе можно хамам и массаж? Это 40 долларов, они еще работают. И хамам и массаж, да? Да. Это у нас есть, это наш программ хамам, это 90 минут. Это наш хамам. Это 90 минут, это полтора часа. Это начинается сухая сауна, после сауны тебе будет камень горячий, это все тело биллинг и сколько субит лифа. Потом дождь, потом все тело кокосы скрабы с молоко. Потом дождь, потом все тело кокос масло. Потом кокос масло, потом опять дождь. Джакузи. А, джакузи. Да, это программа сколько минут? 90 минут. Египетский хамам, да? У нас есть это массаж, это 45 минут, это общий, это все тело массаж с маслом. У нас есть средний массаж. Расслабляющий массаж, сильный массаж, самый сильный массаж. Самый сильный массаж. У нас есть и женщина-женщина, мужчина-мужчина. Хорошо. Так, а что здесь еще есть? Адам и Ева программа. Адам, вдвоем, что ли? Адам и Ева. Это Адам и Ева. Это хаммам и массаж, это комната. Здесь. Ясно, хорошо. Сюда зайдешь, и потом не выйдешь уже, все. Лабиринт. Как зовут тебя? А теперь мы посетим тренажерный зал, который работает с 7 утра до 8 вечера. В тренажерном зале необходимо сделать запись в журнале, указать номер, где проживаешь, и время прихода. Перед началом тренировки выдается водичка и небольшое полотенце, а также предлагаются салфетки для обработки тренажеров. Если возникают какие-либо вопросы по использованию оборудования, то в центре есть работник, который поможет. Берется салфеточка, да, вот она якобы вот так вот брызгается и протираются ручки потом. Ну вот это очень, конечно. Это супер, конечно, да. Ну все, займемся порядком. Фитнес-центр оборудован современными тренажерами, выбор которых очень большой. Само помещение очень просторное, и тренажеры установлены друг от друга на безопасном расстоянии. Услуги тренажерного зала бесплатные. Пройдясь или пробежав по беговой дорожке с видом на центральную часть отеля, получаешь заряд бодрости и настроения на весь день.
Ну, можно же не только футбол поставить, можно поставить какое-нибудь кино и смотреть, и идти. Я домой такой прям хочу. Если еще можно было поставить клавиатуру, что-нибудь там набирать. Работать. Алло, здравствуйте, примите заказ. Прикольно. Сейчас. Не, ну это супер, да? Ну да. А наушники к этому можно? Ну да, конечно. Вот, наушники, USB, можно поставить что угодно. Все хорошо слышно. Предварительно мы не записывались, но заниматься в центре разрешено одновременно не более 6 желающим. Как понятно из предыдущих наших роликов, мы любим захаживать в тренажерный зал и, конечно, не упустили эту возможность и в Sunrise Royal Makati Aqua Resort. Все тренажеры были нами проверены. А как вы относитесь к таким моментам на отдыхе? Что предпочитаете больше – спокойный отдых или более активный? Пишите в комментариях. Фитнес-центр располагает открытой террасой, на которую можно выйти и отдохнуть после активных занятий. Первое питание, отдохнуть, полежать. Ну, зал впечатляет. И самое, что реально немножко, как сказать, покупает, чистенько, занимается, я не знаю, как сказать. Классно. Нужно отдохнуть после тяжелых занятий гимнастикой. Располагает к занятиям. Вроде бы строят Риксус. Ну все, пойдем. Пойдем дальше. Все, спасибо. После посещения тренажерного зала мы отправляемся на пляж. Аниматоры начинают свою работу в 10 часов утра. Доброе утро, дамы и господа, и добро пожаловать в наш отель Sunrise Royal Makati Aqua Resort, дамы и господа, прямо сейчас мы начинаем делать нашу утреннюю программу. Аниматоры начинают свою работу, созывают народ, приветственный танец. Gentlemen, right now we will start for all of you our morning entertainment program. Начинаем йога, варя майндсет, также мы начинаем для вас танц и игры. Начинаем волейбол. И 11:30 мы начинаем волейбол в спортивной базе. На пляже в 10:30 можно заняться йогой или стрейчингом, в 11 часов утра можно присоединиться к желающим поиграть в волейбол, в 11:30 в спортивном бассейне организуется водное поло. Занятие по акваэробике в море начинается в 11:45. Для подростков и детей также предлагаются различные активности. Лежаки здесь мягкие, но старенькие уже. Они деревянные лежачки. Матрасики такие мягкие. Ребята ходят, обслуживают. Предлагают коктейли. От народ ходит. Красивый. Аниматоры ходят, развлекают народ. Он даже по телефону созванивается. Передай привет, смотри.
Видишь, как созывают народ. Мотивация приехать отдыхать. Уже предлагают волейбол поиграть. Созывают. Волейбол. Это убирают. Вот, заход очень приятный в море. Без всяких кораллов можно зайти. А детки спокойно заходят в море и купаются. Класс! Ух. Красное море в Египте – это сказка. А пляж отеля Sunrise Royal Makadi Aqua Resort – один из лучших в бухте Макадибаи. Здесь можно построить песчаные замки, пройтись по мягкому желтому песочку или посмотреть подводный мир. Обмываем ножки, что удобно, сразу на травку. Сразу можно встать на травку. Так себе. На травку. Такие значки. Просьба по траве не ходить. Вроде бы как и травка, по которой хочется пройти, но администрация отеля просит воздержаться, ходить по дорожке. После купания в море мы решили посетить аквапарк. Но перед этим заглянем в бар Splash, чтобы выпить прохладного напитка. Краников, да, не с бутылочек. Пул-бар находится рядом со спортивным бассейном, и поэтому, пивая свой напиток, можно понаблюдать за игрой ватерпола. Аквапарк. Дети бегут, колотится, но бежит наверх. Здорово, да, холодный. Все бегут, трясутся. В аквапарке только дети, похоже. Самый закаленный народ. У аквапарка, получается, работает раз, два, три, четыре, пять горок. Аквапарк в зимнее время работает с 10 утра до полудня и с 2 часов дня до 4. Часть горок не работает, но что радует, аквапарк подогревается. В дни нашего отдыха было немного ветрено, но это нам совсем не мешало, и от купания в аквапарке мы получили удовольствие. Вот почему дети бегают здесь, вот так, холодно. Детские горки не работают, в связи с зимой, в связи с пандемией и всем остальным. Но бассейн подогреваемый, этот рядом бассейн, да, оболочка, где можно подкрыть пару, вот холодно. Ну давай попробуем подплыть. Так там не обогреваемый бассейн. А вот так, попробуй засунь. Не поплыву к бару. Да можно даже чужим полотенцем на таком морозе вытираться. Вот оно что делается, когда ветер. После аквапарка мы вернулись на пляж. На пляже работает бар с 10 утра до 5 часов вечера. Здесь вам приготовят любые коктейли на ваш вкус. Сок в отеле пакетирован. Thank you.
Вечером на пляже также можно поиграть в волейбол или позаниматься зумбой. Друзья, если наш опыт оказался вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорой встречи!